тема. Вот ты почувствуй, какая здесь гармония, что получилось. А потом иди дальше, понимаешь? Thank you.
Почувствовать вот эту соль диез минорную, трагическую, вот эти... Это одни из самых таких вот трагических прелюдий. Есть тональность, вот до диез минорной, вот это. Вот вчера тоже, блин, я говорю... Да, это вот хлыст, который подгоняет. Это вот все фуги такие, да, и вот это вот... Очень напряжённо. И это одна из таких. Она ее часто играет как простую, а даже вот это. Вот
ясными пальцами. У тебя есть такая вот в тебе. Ты хочешь что-то сказать, ты сразу начинаешь тормозить и выпивал. Не надо ничего выпивать. Вот прям сыграй мне, попробуй изобразить то, что я хочу. Потому что так, в принципе, правильно все делаешь. Чем от громкости, да, и от штриха, потому что есть вот эта тяжесть задержанной ноты, но пизанто может быть не обязательно форте сразу. Здесь и так какой-то мецефорте стоит обозначенное, но это Буджеллини обозначил, а может там этого нет, у Баха нет никакой динамики. Как хочешь, так играй, может вообще громко играть. Но все равно это пизанто, оно сострадательное изнутри. Не надо там. Понимаешь, это не плетка, да, вот в цисмольной фуге. И назад. Вот. Да, это как постановка. Нет.
накат снизу. Это развитие фуги, да? Mm-hmm. Поэтому здесь не обязательно прям всю тему, только на теме быть сосредоточен. Здесь можно играть, да, начало темы, ответ, тональность, все что угодно. Давай. Должно возникать ощущение, что ты сидишь на сцене. Вот у таких способных людей, как ты, не может быть работы дома вот такой, что знаешь, а я там потом ручки подержу. Значит, не нашел еще то, благодаря чему ты, даже играя сам, вот ты начинаешь, условно говоря, какой-то учебный вариант. Сидишь дома, занимаешься. Но тебя должно затягивать это ощущение. Понимаешь? Тогда ты всегда будешь там, где надо, на сцене.
А если ты занимаешься и тебя не затянуло, ты так руки снял, сейчас еще разочек, значит, не нашел правильную точку внутри себя. Потому что это надо почувствовать, это происходит в какой-то момент занятия самого с собой. Не для меня, не для там, для кого-то. А вот ты сам сидишь, занимаешься, играешь много раз, потом чувствуешь, поймала, вот не можешь остановиться, что ты уже эмоционально начинаешь заводиться. И вот тогда ты пошел. Понимаешь? Угу. Это важно, то, что он меня всегда спрашивает, а как заниматься? Вот так и заниматься, исполнительством заниматься. Потому что тебя иногда не хватает вот именно просто на сцене вот дать все, что ты слышишь на самом деле. Потому что ты себя как бы не провоцируешь на это исполнительство в работе. А тогда ты не знаешь, где тебе надо больше, а где тебе надо меньше. И иногда у тебя бывает вот такой провал на сцене из-за этого, эмоционально. Кажется, что ты форму не чувствуешь или вот не можешь донести, где-то развалиться. Именно поэтому развалиться. Потому что не можешь заполнить все точки. Где-то вдруг тебя вот начинает перейти, да, вот во все стороны. А где-то ты вдруг раз и провалишься. Значит, ты там плохо знаешь, что ты хочешь-то. Здесь есть такая тишина зловещая, понимаешь? Вот когда здесь вдруг после всего вот этого шел-шел-шел, вдруг появляется в этом вот, в баритональном голосе, да? Вот эта тема тихая, а тут в это время вот эти все хромые дубль-диезы, и все здесь врут, берут педаль, а даже если не врут, играют, чтобы поскочить это место громко, быстро, а его надо наоборот. Тут надо все снять, все лишнее. Здесь надо оставить эту тему, а все остальное убрать. И тогда получается очень здорово, вырастает вот концовка. Это, понимаешь, это уже момент бессилия. Абсолютно. Они все с разными возможностями, но вот как бы надо собрать, потому что трудно, идет трудно, потому что это непросто. Ну, вот. И у него еще там в его концерте там выступление, ну, у него этюд называется, как он называется? Клементи Свинг. Клементи Свинг. Такой свингуя Клементи. Вот этот знаменитый шестой этюд. Та-ра-т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 а-ра. Да, поэтому здесь вот левая рука очень важна, а правая просто жестко ритмично. Ничего.
левый. Один. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, та-та, ти, ра-та, там. У тебя нет ритма вот здесь. Когда ты закончила, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три.